Ну что, поехали. Включаю плиту. Ставим. Не прогорающую, блядь, не пригорающую сковородочку. Открываю в окно, потому что скоро все нахуй сгорит. Берем яички. Яйцо заподлицо. Так, вот эту штуку. Вот такой вот кинжал. И начинаем. Колбаска исключительно натурально белорусская. Хуяк. Пахнет, блядь, как моя подруга. Что-то печет, пацаны. 36 по Цельсию, Египет, ебаный урод. Смотрите. Пизда меня плавит. Сало. О, дорезаю. Аккуратненько. Стараемся не спортить. Хотя хули тут портить? Скрою. Исключительно юзаем электрическую. Нам не нужен газ. Оператор. Сюда. Размусоливаем по-красивому, по-красивому. Делаем, 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 блядь. Бастард Чикен в эфире. Уехали. Моем ручки и ставим хардбас. Уй! Смотри-ка ты, товарняк уехал. Уй! Ебать, живем вроде вдвоем, но тут такая хуйня. Тут кто-то есть. Покажись. Замазывать не будем. А? Ой, подруга. Бастард вошь. Взял в руки и ебошь. Смотри-ка ты. Ты звучай, чувствую твою руку, сука, бабки Парижа. Так, человек уже ждет. Ай, похуй, и так сойдет. И последний штришок. Блять, когда моя яичница будет? Ну держись, сука. О, я что-то так долго готовил. Уже рассвет. Сереж, твой завтрак. О, яишенка! Блять! Ну, в другой раз.